Ответь мне на вопрос. Зачем тебе из кожи лезть? Стараюсь ярче сделать жизнь, если ты не веришь в то, на что горазд. А я скажу. Твой страх, он постоянно у руля. Он злой, он отдает приказы. Он на устах людей, что говорят. Твои успехи не лекарство. Под контролем страха твоя реальность. Ты в западне двояких мыслей о том, что лучше уж никак, если все не идеально, но все не будет идеальным. Как просто взять со стороны, взглянуть на все, что происходит. И как сложно поменять подход, нащупав главный страх и изменить исходник. Не бойся. Придет момент, и мы с тобой поймем, как глубоко мы заблуждались. Любовь к себе искоренит вранье. Пора стать лучше нас самих, спросив себя, и чего мы так боялись?